הדברים שמשגעים אותי בתור ילדה לאמא רוסיה. Здесь все дома. Денег не будет. It's like a year without rain. Даль, ты поешь, как будто не била тут теракт. Я не понимаю, что с тобой? Не чавкай. Они казат мамемет. Нахуй это? Далья, еб твою мать, что ты делаешь? Ты нифига не делаешь, ты ничего не делаешь. Блин, иди сюда и почисти дома. Далия! Что ты кушала? Только одна тарелочка борщ? Да я покушай в две, покушай три. Почему я делаю борщ, думаешь? Кушай! Ты не кушаешь нифига, ничего. Только одна тарелочка. Что, ты не любишь, что я делала? Я делала хорошенькая еда. Далия! Что, мама, что ты хочешь, блин? Иди сюда, это важно. О, мама, что ты хочешь? Включай свет. Я не вижу хорошо. Серьезно? Даля! Далюш! Ай! Что, мам, что? Погуляйся, бачки. Они хотят похудеть. Мама, я сейчас стукнула мои глаза. Беглалех. Лема. Лема. Лема откроет ли? О, они такие миленькие, такие хотят гулять. Что с тобой, да, Алёш? Аля, не делай это. Не делай это. А почему я не должна делать это? Я так сказала. Почему ты не оденешь, что ничто тебе покупала? Они такие красивые. Мама, я оделась их вчера. Почему я буду ставить их целый день? Я должна... ставить что-то другое. А, ты не любишь, что я тебе покупала? Иванти.